Действительно, нам очень приятно организовывать Кубки мира в этом красивом зале. Это когда-то была моя мечта. Я благодарен, что дирекция Кремлевского дворца поддержала эту идею. И наша благодарность народному артисту России, должному руководителю, генеральному директору Кремлевского дворца Петровичу Шабалдаю. А на паркете, ставший уже также легендой профессионального американского танца, шестикратный чемпион мира и Европы, пока это Брайан Уотсон один соло на паркете в ожидании Карла. Шестикратные чемпионы мира Брайан Уотсон и Кармен, победители Кубков мира в Кремле и 10-го юбилейного турнира. Танцы, искусство песни неотделимы. И сегодня у нас много гостей. И я сейчас с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену молодую исполнительницу.